Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в мир юрского периода. Так, посмотрим, что у нас тут. Куплены билеты. Так, принять участие, использовать ускорение, сделку. Давай сразу сделку сделаем. Подожди-ка, давай вот здесь вначале. Так, гейзер поменять на еду. Окей. Гейзеров много. Так. Броня. Прочная кожа. Не знаю, ребят, пока воздержусь. Это однозначно нет. Баксы тратить не хочу. Так, что у нас тут? Заряд адреналина. Три карточки на 30, на 15 долларов. Нет, не пойдет так. Доверие тоже менять не буду. И здесь остается 9 миллионов монет на 2000 ДНК. Нет, спасибо. Воздержусь. Так, использовать ускорение. Ну что, давай посмотрим, что у нас здесь созрело. Твою налево, я что, сюда ничего не поставил? Красавчик. Так, ну что. Кранозавр у нас созрел. Созрел. И причем, насколько я помню, можно вроде бы его, да, его как раз-то можно поставить на улучшение. Пускай делается. Тем более тут 2 часа всего лишь времени требуется. Так, дальше едем. Подожди, не сюда. Здесь забираем нундагозавра. Естественно, помещаем. И нам нужно еще сколько? Хватит у нас? 4600, нет, конечно, не хватит, ребят. Но этого в любом случае я прокачаю до 10 уровня. Вот так вот. Здесь забираем. Так, подожди, у нас, кстати, с тобой еда. Еда должна уже, по-моему, накопиться. Вот она. Так, я не понял. Спинозавр. Рискнем, ребят, давайте рискнем. Сами, своими силами его поймать. Но это будет проблемно. Пока норм, пока все отлично. Может быть, я попутал, может быть, это не спинозавр. Ой, не то сделал же, надо было что-то. Так, отлично. Да ё-моё, вот это вот нельзя касаться. Там надо прям по краешку проехаться. Но это тяжело сделать. Раз, два, три, четыре, пять. Но в любом случае мы его уже поймали. Раз, два, три, четыре, пять. Все. Замечательно. Идеальная поимка, верно? 220 опыта и 5 ДНК на саркозуха. Как раз и... Да что ты будешь делать? Ты посмотри, не дают мне даже ничего сделать. Это кто у нас? Давай сами попробуем его поймать. Это у нас пеликанимим, по-моему, если не ошибаюсь я. Фух. Ну тут легче легкого, по-моему, да, будет? Раз, два, три. Так нехотя все это набирается. Ну давай следующую попытку. Раз, два, три. Да, тут вообще легкотня. Так что он будет пойман. Обязательно. Раз, два, три. Все. Идеальная поимка. И игра зависла, да? Здоровски, вот это вот больше всего обожаю, ребят. Придется перезаходить. Так, погоди-ка секундочку. А... Так, теперь маюнгозавр. Вы издеваетесь, что ли, надо мной? Я не могу понять. Что все взбаламутились-то сразу же? Нормально. Давай далее. Прекрасно. Так, отлично, прокатили. Да твою ж налево, ну вот как вот тут по краешку еще повести? Да я знаю, знаю, злишься, злишься. Я тоже злюсь сам на себя. И последняя попытка. Раз, два, три, четыре, пять. Все, маюнгозавр пойман. Так, сколько нам чего дадут? 725 опыта и 5 ДНК на саркозуха. Отлично. В плане сбежала. Твою налево, ты прикинь, меня выкинула из игры. И существо сбежало. Лучше не придумаешь. Ну что, придется собирать команду.
Естественно, команда будет состоять из самых-самых простецких. Все, пускай. Пускай они там ловят. Можно, конечно, $70, 78 заплатить, и тогда они типа быстренько его типа поймают. Но я так не хочу делать. Так, друзья, давайте смотреть, что у нас по схваткам, по событиям. Так, чудовище глубин обязательно проходим. Землетрясение, я думаю, тоже надо будет проходить. Тем более тут, смотри-ка, стегоцефал. Что-то он тут сам на себя не похож. Стегоцефал мне нужен. Я надеюсь, что если мы его получим, он будет у меня доступен уже на основе. Давай-ка попробуем. Кулазух. Кулазух у нас будет, друзья мои. А что, мне только одних хищников дали, что ли? Ах, вы жуки. Ладно. Возьму я тиранозавра. Поехали. Хитро. Взяли рептилию, поставили, да, против хищников, у которых, естественно, преимущество будет. Я сразу беру бонус. Так, что он там сейчас? Угу, атаковать решил. А мне еще рановато, да? У меня не хватит. У него еще одну очку действия осталось. Сделаем вот так. Вот если он сейчас будет атаковать, то ему крышка. Вот теперь можно его уничтожать. Причем спокойненько. Распрощаемся с кулазухом и, соответственно, идем на следующий поединок. Молодец, красавчик, справился со своей задачей. Не подвел нас. Ну, а мы смотрим, кто там у нас в дальнейшем будет выходить. Смотрим. Да ладно, Диплотатор и Акантостега. Да, это уже серьезные противники. Я, наверное, возьму... Как тут лучше сделать-то, а? Блин, горелый, а? Ладно, возьму Алангозавра сюда против Диплотатора. А против Акантостеги мне, наверное, придется взять... Таниколагриуса. И дай бог у нас все получится. Потому что ты сам понимаешь, у них преимущество передо мной. Так, если он две атаки сделает, но мы еще выживем. Хорошо. Беру дополнительные очки действий. И смотрим, что он сейчас будет делать. Твою налево, он жук хитрый оказался. Три удара мы выдержим. Три удара вряд ли мы выдержим, поэтому нам придется, наверное, сделать вот так. Смотрим, какие его действия будут. Да ладно. Твою дивизию. Два очка действия плюс еще два. Ох, не знаю, что он сейчас предпримет. Давай атакуй. Он не хочет, ребята. Слушай, может быть, мне рискнуть и самому ему врезать, а? 189. Я, наверное, все-таки, ребят, рискну. Отлично. Шикарно, просто великолепно. Так, ну он взял очень много очков действий именно на своего Акантостегу. 7. Ну, 3 очка он потратит. А, вот ты как. Так, у него было 7, 4, потратил, 3 у него осталось, да? 3. И если он даже поставил себе на защиту, ему все равно, ребята, крышка. Все. Да-да-да, мы его разносим. Хорошо, это был второй у нас поединок, но не забывай, еще будет третий впереди. Так что надо сконцентрироваться. У нас там Раджастега есть, да? И Таниколагриус, еще один. Но здесь, по-моему, уже будет 3 динозавра против 3 рептилий. Сейчас проверим. Точно, ребята. Так, ну, ну дозух это ладно, фигня. Вот гриппозух тоже, блин, со своей... Не знаю, ребят.
Короче, есть у меня такое предложение. Сейчас мы возьмем, наверное, с тобой Метрия Кантозавра. Или же все-таки взять Велоцираптора. Или Сфинокодона взять. Давай, наверное, я возьму Сфинокодона. Вот так. И вот так. Я не совсем уверен, конечно. Но Нундазух, он получается как бы один из самых слабых. Хотя по ХП этого не скажешь. Берем бонусы. Будет атаковать, интересно. Ты прикинь. Он в наглую, ребята, он решился. Потому что он прекрасно знает, что ему ничего не будет. Он прекрасно это знает, да? Он потратил все очки. Я ему оставляю чуть-чуть здоровья всего лишь. Ладно, это не страшно. Сейчас посмотрим, что он будет делать. Ему придется два... Пси. Ну вот смотри, он сейчас все потратил. Мне остается один укус сделать именно Таниколагрусом. А остальное я, наверное, я... Вот так я все-таки сделаю. На всякий случай, я не знаю, что будет делать следующая рептилия, гриппозух этот. Тем более 300 атаки. Сам понимаешь, это немало. И он все-таки решил атаковать. Но как ты понимаешь, ему крышка. Ему крышка, то есть мне нужно сделать всего лишь 2 атаки. А остальное я беру в очки действия. Ну согласись, истинный крокодил. Вот прям вот один в один, как вот сейчас вот в наши времена. Так он и выглядел. Ну что, Нодогазавр. В общем, ты понял, да, что мы здесь выиграли. А Раджастега его сейчас разорвет. Тем более у нас с тобой очень будет много очков действий. То есть 7. И тут ему не выкрутится. Меня больше интересует другое. Я получу стегоцефала на постоянной основе? Или просто получу как бы одну карточку и все? Ну-ка проверим сейчас. Потому что он мне нужен для гибрида. Там есть неплохой гибрид. Давай-ка глянем. Так, ДНК, доллары и стегоцефал. Так, 65 очков действий. И... Да, да, друзья мои. Теперь у меня стегоцефал на постоянной основе. Так, секундочку. На постоянной основе. Где-то он у меня вот... Нет, это метриоринг. Ну, где-то здесь, по-моему, он у меня лазит. Где-то здесь, надо только присмотреться и найти его. Или я его переместил куда-то? Да нет, вроде бы он должен быть. Вот он, друзья мои, вот стегоцефал. Ну вот, теперь можно его как раз-то и выводить. Даже можно очень ускоренно сделать. Все равно нам нужно будет сделать 3 ускорения. Ты помнишь, да? Так, мы помещаем. Соответственно, мы его прокачиваем. Соответственно, делаем эволюцию. Подожди, а у нас что, уже забито? А кем? Кем я там? Кого я сюда включил? А, кранозавра, точно, забыл совсем. Хорошо. Так, где у нас стегоцефал? Опять я его потерял, твою налево. Вот он. Стегоцефал, давай посмотрим, с кем он гибрид делается. Вот, ребята, аргентинозавр. То есть, ты понимаешь, да, аргентинозавр у нас уже есть 40 уровня. То есть он ждет, когда мы сделаем из него лабиринтозавра. Значит, нам нужно будет с тобой еще стегоцефалов. Сколько там? Так, это 20-ка. О, так он и по ДНК не очень дорого стоит, кстати. Эй. Че вы мне? Не понял я. Все существа, давайте мне амфибии. Вот он. Так, это получается... Здесь 20-ка смелая, да, висит у нас? 20-ка смелая плюс... Я сейчас выведу всех, ребята, что уже, чтобы уже потом не прыгать, не ерзать, как говорится, и не паниковать. Да твою ж налево, он же где-то тут же был. Все мельтешит. Я еще тут ерзаю, не могу никак.
Ладно. Наверное, проще это сделать, знаешь как? Тут еще в заданиях у нас забираем. Стегоцефал, ну ты совсем что ли припух? Вот он, ё-моё, ну вот он между зданиями стоит. Так, здесь двадцатка, это получается 30 уровень. Получается, значит, нам нужно еще двое, это десятка, да? Двадцатка там будет. Значит, еще двоих надо. Еще, друзья мои, двоих нужно нам вывести. Вот так вот. А, он быстро выводится. Ё-моё, ребят, мы можем прям сейчас все это и завершить дело-то. В принципе. Так, назад. Нечаянно нажал на рекламу. Ладно, ничего страшного. Так, и еще один. Остальные пускай выводятся там, ребят, ничего сложного в принципе не будет. Главное, что мы с тобой задание сделали, да, использовать ускорение, все, ребят. Ну что, мы продолжаем с тобой события проходить. Без ограничений. Чудовище глубин. Слушай, ну вот это вот хорошо, вот это вот мне надо. Погнали. Подводный мир. Плотозавр. Прогнатодон и Мауязавр. Нифига себе, это что за чудище такое? Короче, против плотозавра нам нужно брать Архелона. Против Прогнатодона то же самое, в принципе, да? Но я возьму, наверное, Ромалезавра. Слушай, а тут они все водные. Так, Архелон, ты пока потерпишь. Давай мы возьмем с тобой одного Ромалезавра. Я думаю, что этого нам будет достаточно. И... А в противовес, может быть, плезиозавра взять? Не, давай я возьму, наверное, вот так и вот так. Фиг с ним, ребят. Доллары пока есть, если что, сделаем откат. Нифига себе, какой ты страшный плотозавр. Вот у тебя и пасть. И такой маленький, да, против него выступает. И так его нахлобучивает. Ну что ты будешь делать со своими 108 атаками? Меняться тебе смысла нет, парень. Просто нету. Потому что твои олухи получат звездюлей похлеще, чем ты. Потому что ты легенда, а они вообще никто. Ну что, я так понимаю, один удар плюс бонус. Этого будет достаточно. На. Посмотрим, сколько будет у следующего по атаке. 141. Блин, тоже, да? Чудище еще то. Так, давай посмотрим, что он будет делать. Он сделал одну атаку. И одну очку действия он оставил про запас. То есть нам достаточно будет сделать 3 атаки, если он поставил себе защиту, да. И, конечно же, его в топку. И остается последний, хоть посмотреть, как он выглядит. О, как. О, как ты выглядишь. Прикольно. Прям даже, я бы сказал, это не динозавр, а какой-то мифический дракон. Согласись. Ну что, друзья мои, тут все понятно, я думаю, никому ничего объяснить не надо, мы его утаптываем. 494 хп, у нас одной атаки было бы достаточно, чтобы его просто потопить. Замечательно. Ну что, переходим на следующий поединок. Мне кажется, там будет по нарастающей, скорее всего. То есть сила динозавров, она будет увеличиваться. Смотрим. Так, Генодус, Псифодерма и Стиксозавр. Так, здесь у нас одна стихия, тут вот... Водник вылез. Ладно. Здесь нам, наверное, достаточно будет взять Артакона. Мне так почему-то кажется, одного. Ну, можно взять на всякий случай Банана Гномиуса для прикрытия. Вот против этого, нам, наверное, придется с тобой откатывать Архелона. 47 долларов, я согласен. Погнали, друзья. Быстренько с вами наваляем и будем надеяться, что нам выпадет какая-нибудь легенда. Так, у него 864 хп. Много. Блин, это черепаха прям как настоящий танк. Это на первом-то уровне. А морда у него почему-то мне напоминает какого-то утконоса, если честно. Я так и думал, что он будет брать стиксозавра. Почему-то я так и знал. Ну хорошо, что Артакон у нас довольно
мощный, жирный, поэтому все должно пройти на высшем уровне. Так, я, наверное, не буду тратиться, я возьму очки действия. Меняется, окей. Псифодерма. Я не знаю, на что он тут рассчитывает. Это бесполезно. Я сделаю еще даже круче. Вот так вот. Сейчас просто посмотрю, что он будет делать. Ты глянь-ка, неужели вырубит? Ты посмотри, ребят, на чем мы с вами тут зависли. Ну что, банан Гломиус? Ох, нифига у тебя атака там. Он же все слил? Да, он псифодема слила все, поэтому нам нужно вот так вот нанести, получается, да, урончика. Взять вот так и вот так. Поехали. В топку псифодерму. Ну, это-то, конечно, у него преимущество перед нами будет. Две атаки ему нужно слить в любом случае. Даже три, потому что у нас еще защита стоит. Интересно, девки пляшут. Ну, что я тебе скажу? Пора, наверное, с ним попрощаться. Мне не жалко, ребята, все слить абсолютно. Потому что у нас остальные идут с преимущественным. Как говорится, именно преимущество в атаке. Ты видишь, ничего себе он ему разбил фейс. Ну что, Генодус, тебе здесь ничего не светит. Ничего. Ну да, ты убьешь мне Архелона. Но банан Гномиус тебя сейчас просто разорвет. У тебя всего лишь 256 хп. Там достаточно будет одного удара. Ну давай, родной, не подведи. Опа. Ты глянь, что делает, а. Слушай, ну мы потеряли с тобой и банана Гномиуса, потому что сейчас он будет атаковать по полной программе. Его жаба за... Ты смотри-ка, подрасчитал даже все. Два очка действия у него осталось. Даже если он поставит себе на защиту, это ему не поможет. Мы все равно два пробьем. А тут тем более. Все, ребят, ушатали мы, короче. Прошли. Молодец, Артакон. Ну что же, у нас последний, по-моему, поединок, да? Сейчас посмотрим, кто у нас там будет выступать. 2700 уже. Отлично. Так, продолжаем. Подводный мир. Ризот. Против рифовых. Блин, нам нужен плезиозавр. Так, здесь то же самое, да, получается? Ту-ту-ту, проблема. Тогда берем с тобой тоже в помощь наших рифовых. Да, вот так вот я сделаю. В принципе, должно все прокатить. Нам главное... А что нам главное? По идее, нам главное вот этого вот ушатать. Меняет. Еще и атакует, да? Нет, атаковать он не стал. Ну что, я возьму, наверное, Зуходуса. Мало того, что я возьму Зуходуса, я еще и возьму два очка действия в запас. Ну что, меняться он, наверное, будет. Анхапристис. Ну что, ребята, Анхапристиса, я не знаю, как нам тут его бомбануть. Я предлагаю сделать, знаешь, что следующее? Раз-два, раз-два-три, вот так вот. Просто посмотреть, что он будет делать. Он наверняка пойдет в атаку. Нет. А сколько ты у меня бьешь? 225. Ну давай возьмем его. И, друзья мои, я иду ва-банк. Отлично. Но убить не смогу, по-моему, да? Ух! Эй! Все, ребят. А остальные для нас уже с тобой, ну, просто не помеха. Так, ему здесь придется два потратить. А он тратит три. Два у него остается, да? Сейчас мы посмотрим. Да, с этим распрощаемся тоже.
Вот таким вот образом. Ну и остается Ризот. У Ризода 233 к атаке на 5. Он, кстати, может нас вырубить прямо сейчас. Твою налево, он, по-моему, так и делает, да? Угу. Он все слил, по-моему. Ай-яй-яй-яй-яй, у нас нехваточка, друзья мои. Значит так, сделаем с тобой следующим образом. Раз-два, раз-два. Нам нужно Ризода валить. Нам нужно Ризода валить. Все, ему крышка. Он раскрылся, друзья мои, и как раз-то мне не хватало вот тех самых бонусных очков, которые я сейчас буду просто сливать именно в него. Все. Goodbye. Зухудус меня еще, если честно, не под... Ну, было, по-моему, пару разиков, когда подводил, но в основном все у него идеально получается, и он всегда выходит у нас победителем. Так же, как и мы в этом испытании. Давай посмотрим, что нам выпадет. Надеюсь, не вылетит во время рулетки. Игра любит обычно вылетать. Ну почему? Ну почему, монолофозавр? Вот меня вот это всегда удивляет, ребята. Там столько всяких этих. И именно выпадает на то, что у меня есть. Или то, что мне не нужно. Обидно, конечно же. Так, ну что, у нас там еще по забытиям осталось. Денежная борьба. Стоит ли вообще, ребята, ради кучки долларов драться? К тому же, смотри, кого нам тут выдали, блин. Ну, давай попробуем. Давай я рискну. Так, против шунозавра я возьму... так, против шунозавра. Блин, а у меня все хищники отдыхают, да? Прикинь, абсолютно все хищники у меня отдыхают. Этот 102 доллара стоит, чтобы на откат его взять. Но я могу, в принципе, на равных с ним сыграть, верно же? Мне же не обязательно взять, брать хищника. Я могу взять, например, травоядника. Тогда есть риск, что этого травоядника быстро захомячат. Есть? Есть. Причем офигенный риск. Давай-ка я возьму, наверное, Тоненького Нагриуса. А вот против Индоминуса и Тираннозавра здесь придется брать, ребята, Нондрагозавра и Диплотатора. Других вариантов я не вижу. Поехали. Ну, первый поединок мы с тобой пройдем, поверь мне. Причем чуть ли не на легкую. Так, я, наверное, сразу бомбану, чтобы отнять у него приличное количество здоровья. И вот сейчас он будет уже меняться. Он будет меняться обязательно. 717. Индоминус Рекс. А пупеть. Еще и бомбит. Еще и бомбит. Ну что, Нондагозавр, давай, выйдем. Он же все слил, да, в атаку? По-моему, все. А я сделаю вот так вот. Я не буду его сейчас бомбить. Я подкоплю себе сейчас. Совсем бесстрашный, я смотрю, парень. Совсем бесстрашный, прикинь. 2293, да? Вот этого с него будет достаточно. Так, и шунозавр опять же выходит. Оу, фак. 446 к атаке. Ладно, Тоненького Нагриуса его порвет. Так, я забыл, он три атаки слил. У него было 4, да? Получается, одна у него в запасе. По-моему, нам надо делать так. Нет у него нифига в запасе. Значит, он перекинул все на тираннозавра. Получается, да? 537 к атаке. Слушай, ничего не перекидывал. Значит, я где-то, ребята, просчитался. О, все, до свидания, родной. Все слил в атаку. Ну что? Диплотатор, погнали. Это для тебя лакомый кусочек. Рви его. Рви этого тираннозавра. Вот и все. Ну что, это был только первый поединок. Дальше, я так понимаю, хуже. Потому что идет по усилению, ребят. Я не видел, чтобы они делали слабее, слабее, слабее. Сейчас надают там кучу всего. Надо только посмотреть, чего. И какой кучи именно. Так, смотри. Твою-то дивизию. Вы что, серьезно что ли? Спинатозуха какого-то сюда воткнули еще.
Но здесь, ладно, здесь мы с тобой можем взять, ну, например, даже топиелозавра можно взять. Я думаю, он справится, да? Он должен справиться вот с этим вот. Остопозавр. А вот с этими-то 125, 118. Ну, трэш какой-то, ребят. Ох, берем, берем тогда этого. И... что-нибудь есть у нас из такого мясного? А, вот у нас есть еще нудогозавр. Отлично, ребят. Поехали. Блин, я что-то немножко сомневаюсь в топиелозавре. Честно тебе скажу. Ого, 345 к атаке. О-хо-хо-хо-хо. Так кучерява, я тебе скажу. Блин, я надеюсь, он не будет меняться здесь, а? Даже не знаю, ребят. Сомнения меня какие-то берут. Наверное, поменяется сейчас все-таки. Блин, ты прикинь? Он ничего не стал меняться. Ну что, ушатываем тогда его, да? Придется все сливать. Астопозавра мы минусанули. Выходит, у нас Супранотитан. 681 атака. Куда? Понятное дело. Так, ну у него одно бонусное очко осталось, да? То есть, если мы сейчас... А сколько ты бьешь? Мало. Ладно, влупим по полной. Воу, вырубаем. Значит, он на этого все-таки сделал большой акцент. Три атаки сейчас будет сливать он. Четыре, блин. Три ему надо будет слить. Вот теперь я сижу и думаю, а справится ли у меня мой... У него одно очко действия осталось, да? Получается 400, это 800. Блин, а если он взял защиту, а? Короче, сделаем с тобой немножко по-другому. Раз-два, раз-два. Вот так вот. Твою налево, все-таки взял. Все, ребята, он меня пробивает. Я тут сам лопухнулся. Надо было взять все-таки на одно очко больше в защиту. А еще бы лучше бы, если бы я знал, что он именно поставит его в очки действия, я бы просто его атаковал бы напрямую, и все. Да. Это ж надо так было угореть, а? Ну что, попробуем еще разочек. Выбора не особого. Тут... даже не знаю. И так, и сяк, и... хоть ты что тут делай, а? М-да. Спинотазух, это, конечно, что-то с чем-то. Я сделаю, наверное, вот так вот. И следом поставлю вот так. Поехали. Попробуем. Попробуем пробить. Но тут-то, конечно, у птеродактиля, ты смотри, какая там зверская вообще атака. Просто звериная. Естественно, я сразу буду бомбить. Он еще может подраться с динозаврами. Причем в... О-о-о-о-о. Ты видишь, да, что вытворяет? Ну что, значит, делаем следующим образом. Атака плюс... плюс защита. Ой, наверное, зря я сделал защиту. Надо было брать бонусы на атаку и все. А хотя нет, ребята. Нет, все нормально мы сделали. Мы выживаем здесь. А теперь мы его сносим, верно? Верно. Или он как там? Была не была, наверное. Все-таки давай я так сделаю. Посмотрим.
Все равно, да, одну очку действия он оставил себе. Ладно, ничего страшного, ребят. Значит, делаем так, две атаки. Раз, два. Это за глаза и за уши. Плюс, плюс. Ну и остальное все на деплотатор сливаем. Вот это я лопухнулся, ребят. Вот это я просчитался. Но он тоже молодец. Все слил. Так, мне, значит, нужно сделать что? Раз, два, три. Раз, два. Три, раз, два. Вот так я сделаю. Мне главное, чтобы этот раскололся. Ну. Все. Победа. Победа. Он раскрылся, раскололся. Ну что, этого нам достаточно. Нам нужно было всего две атаки по нему попасть. А у нас четыре. Ух, даже пять. Пять атак по нему прошло. Так что спинатозух отдуплился. Но дальше-то, ребята, еще хлеще будет. А динозавра-то у нас нету. Вот что ты прикажешь сейчас делать? И долларов нету, чтобы откатить. Фак. Индоминус Рекс. Глитронакс. И Крутозавр. Нет, ребят, вот в данный момент я здесь ничего не... Я не смогу сделать. Я могу только лишь предложить одно. Завтра, когда я просыпаюсь, я до отката захожу в игру и попробую их тут наказать. Но почему-то меня терзает сомнение, смогу ли я проснуться в это время. Потому что я с работы. Сейчас дринкаем. Потом я лягу спать, фиг знает, когда под утро. Даже не знаю. Но в любом случае у меня нет выбора. Я туда не пойду бомбить их. Потому что элементарно неким. А эти уже у нас готовы, прикинь. Быстро, да? А, там фиг где, 16 минут, по-моему, надо было подождать всего лишь. Так, и последний, где он у нас? Забираем. То есть теперь мы можем с тобой спокойно делать эволюцию. Тут, блин, тут ждать еще долго. Так, ну а мы с тобой пока доделаем все-таки ежедневки. Так, нам нужно с тобой что сделать? Собрать моды, блин. Давай соберем, наверное, моды тогда уж. Какую, блин, зачем? Я твою налево ДНК-то зачем потратил? Это, ребят, поспешил я просто-напросто. Ладно. Единство. Так, давай ко мне. Вон, за еду лучше. Я сейчас тоже какое-нибудь единство выдаст. Нет, устрашение. Так, задание выполнили. Забираем тут награды. Принять. Три ПВПшки и в канозойскую эру сыграть. Ну что, давай совместим приятное с полезным. Памс. Памс и памс. Упс. Еще и баксов не хватает. Твою налево, а. Ну давай посмотрим. Так, ого. Хорошо прокачаны у него тут ребята, я смотрю. Да. Хорошо. И он сейчас звезданет мне, да? Музыка, как всегда, улетела, улепетала. Нет, он ничего не стал делать. Давай-ка я, наверное, вот так вот сделаю. И возьму защиту. Ну, он сейчас тоже будет меняться. 100% тебе говорю. Вопрос только на кого. На Глиптодона. Атаковать не стал. Ну что, тогда меняемся опять. И бонус. Так и будем, да, вокруг да около ходить. Обалдеть, ребята, как он... А как он так умудрился набрать 5...
5 очков действий. Сейчас, конечно же, он меня порвет. Вот этим вот. Тут даже к бабке не ходи. Ну что, тогда нам придется его уничтожать. Но он, значит, одну очку действий еще к себе там где-то приныкал. Но здесь все равно нам не получится выиграть, потому что вот этот вот охламон порвет тут всех. Вышел. Давай две атаки, трать своих. А этот не сможет победить Глиптодона, мамонт. Потому что классовая слабость будет. Ну да, классовая слабость. У него 1633, а у нас с тобой 105 к атаке. Смех на палке. А все почему? Потому что здесь слишком прокачанный 37 уровень. У меня-то 10-й, 20-й, а у него 37-й, 22-й и там 31-й. Тут по приори просто никак не выиграть. Ну и фиг с ним. Мне главное надо было сыграть. И, как говорится, отыграть именно трех разных животных. Осел, осел, мамонт. Бедняжка. Так, это была только одна ПВПшка. Ну что, пойдем, наверное, с тобой. Блин, а в эту не сыграть. В морскую, потому что у нас там все потрачено. А что тогда остается делать-то? Подожди, что у нас там? Угу. Так, еще два ПВП боя. Ну, я не знаю, давай вот этот вот сыграем. Блин. Ладно, анкилодок, пускай будет аптозавр и эдиоморфодон. Так, доллар есть, отлично. Сейчас посмотрим, что у нас тут получится. Ну, давай ты, быстрее там. Ну, как всегда, просто везде ребята суют этого индоминуса рекса. Везде. Я уже заметил просто. Так, это у нас травоядник, да? И он еще опять первым ходит. Еще и атакует. Ну и мы тогда будем атаковать, верно? И он сейчас будет атаковать. Ха-ха, да ладно. Блин, неужели он все очки действий сюда переносит, а? Скорее всего, так оно и будет, ребят. Нет. Так оно не будет. Ему не хватало, да? Одного очка действия. Он дождался этого. Сейчас меня завалит. Так и есть. Так и думал я, ребят, что именно так и сделает. А мне придется теперь в два раза больше бить. Ай, индоминус рекс, естественно. Со своей просто... Я не знаю, ребят, как тут... Как ты будешь с ним тут драться? Ему достаточно сколько? Две атаки сделать мне, да? Ну, три максимум. И все, и мой апатозавр сдулся. А он все слил. Это насколько надо быть самоуверенным, а? А нам придется все сливать сюда, да? 1638. Даже вот так вот. Нам этого достаточно будет. Давай, поехали. Минус эндоминус. Ну, а с этим мы разберемся уже. Саркозух, у него всего лишь 203 к атаке. Что-то там свою пасть открыл. Ну, вот и все, вот тебе и крышка. Вот тебе и до свидания. Погнали. Да, эдиоморфодон еще может дать, как говорится, просраться, да? Ну что, нам остается с тобой всего лишь одну ПВПшку сделать и все. И пак мы с тобой ежедневно забираем. Приз эксперта уже.
Был новичка, теперь уже эксперт я. Ну, допустим. Давай еще разочек крутанем. А вот что-нибудь хорошее выпадет. Опа. 100 ДНК. Слушай, ну не зря. Так, давай-ка мы попробуем с тобой. А что такое каназойское против наземных? А вот это вот чем отличается, не могу понять. Тут еще какой-то плюсик. Усиленные подарки новичка. Ну, если я возьму вот так, например, так. И... А, тут с модами идет. Ну, давай возьмем заряд адреналина. Бодрость. И несокрушимость. То есть это то же самое, только с модами. Упс. Так. И все, ребята, у него гибриды, да? Все гибриды. Так, закалка у него тут какая-то. Несокрушимость. Так, ну что, мы ходим первыми, да? Я, наверное, предлагаю взять бонус. Фиг с ним. Пока не будем бомбить. Возьму бонус, там посмотрим. Опять мой ход. Не стал ничего делать. Поехали дальше. Так, надо мне его как-то пробить. Пробить, пробить обязательно. Елозит. Ну что, рискнуть или подождать еще маленько? Раз, два. Раз, два, три. Опасность. Тут кто, как говорится, первый расколется, да, получается? Чё-то мне не нравится вот эта затея. Наверное, все-таки мне нужно будет атаковать. Нет, не будем атаковать. Раз, два, три. Четыре. Раз, два, три. Проверка на вшивость. Он должен расколоться, ребята. Он должен сделать первым ход. Ну давай ты там стоишь, блин. Время тянешь. Есть. Раскололся, ребята. Ну что же, я его поздравляю с этим. Значит так, 2745. А что поделаешь, ребят? У него одна защита еще. Да-да-да, это из расчета этого я и подбирал. Так, Лемноринг выползает. Ну, он, конечно, сейчас меня шваркнет здесь, понятное дело. Все, потратит, и тогда он меня уничтожит. Да ладно, он ничего не стал делать. С чего вдруг? Поехали, я тогда буду атаковать. Все, до свидания. Ну и крутозаврик. У него пониженная атака. Как сказать, пониженная. Не очень-то и пониженная. 7. Так, ему нужно будет сливать сколько? 3. 4 у него остается. Ну я буду все делать в очки. В очки действия я буду все, ребят, сливать. Так что... И вот так сделаем.
Ходу и делай ему крышку на следующем ходу. Вот что я могу тебе сказать. Абсолютно ничего не стал делать, да? Погнали. Вот и все. А вот и песенка спета. Хвост с шипами, как говорится, не шуточки. Крутозавр круто откатился. Да, ребята, отлично сыграли. Не растерялись. И все сделали правильно. Соответственно, и награда. Усиленная должна быть. Я, правда, не уверен, что какая-то тут будет усиленная. Дайте мне Раджастигу, а? Монолофозавр ДНК дали. Окей. Ну что, забираем с тобой награды. Так, ну игра, как обычно, вылетела в самый подходящий момент. Я надеюсь, хотя бы мне... Ага, все нормально. Здесь забираем и открываем ежедневный пак. Еда, ДНК, доллары и монолофозавр. Шикарно. Плюс 95 очков доверий. Ну что, ребят, я очень доволен. Сегодня сыграли неплохо, кроме, конечно же, одного события. Ну, я думаю, вы догадались, да? Денежная борьба, она меня, конечно... Нет, будь у меня побольше бы динозавров мощных, конечно, мы бы прошли сегодня. А так придется отложить этот поединок. Давай, наверное, мы с тобой закажем кого-нибудь вот здесь, вот, чтобы не простаивало у нас просто-напросто. Рано или поздно все равно кто-нибудь нам да пригодится. Кого только тут выводить-то лучше? Велоцираптор у нас прокачан, спинозавра, может быть, вывести. Спинозавра и тирана титана. Ну и пока все на этом. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.